воскресенье в Самарской области пасмурно, кратковременные дожди. Температура днем до плюс 22, ночью плюс 15. Ветер северный 2,5 метров в секунду. В Сызрани днем дождь плюс 22, к ночи плюс 15, пасмурно. Ветер северный 2 метра в секунду. В Тольятти днем пасмурно, возможен дождь, плюс 22, ночью плюс 15, ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре днем возможен дождь, плюс 23. К вечеру облачно, плюс 16. Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.